Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о велокомпьютере, заказанном с сайта AliExpress. Фирмы InBike, модель AS528. В комплектации идет такой мануальчик на китайском языке, в котором вам понадобится только таблица значений. Затем вот такая штучка, в котором лежал сам велокомпьютер. Удобно доставать. Затем магнитик, который цепляется на спицу. Площадка с проводом, который цепляется на вилку и на вынос, либо на руль с контактами. Хомутики, двусторонний скотч. С помощью двухстороннего скотча вы цепляете и хомутиков, цепляете вот этот магнитик и саму площадку. Кстати, насчет площадки. У меня стоит на выносе в таком положении. Если же вы собрались ставить на руль, видите, как контакты расположены, получается, у вас велокомпьютер будет стоять боком. Не расстраивайтесь, просто-напросто открутите эти винтики. Здесь есть отверстие дополнительный. И поворачивайте вот этот полукруг в обратную сторону. И у вас будет точно так же на руле, ровно, в таком положении. И сам велокомпьютер. Что входит, какие функции. Чем он мне понравился, это, конечно же, своей ценой, 6-7 долларов. Но я, как всегда, лоханулся и взял подороже, за 8. Есть еще дополнительно IronGS. Этот InBike IronGS есть. Это тот же самый производитель, тот же самый. И те же самые функции, абсолютно то же самое. Так что, ну, он стоит дешевле, на доллар, на полтора. Так что можете смело брать тот. Я заказал один InBike, один IronGS. IronGS подарил своим родным на Mountain Bike. Какие функции входят? Это спидометр, термометр, одометр. Одометр — это общая сумма пройденных километров. Переключаем дистанция, переключаем — это максимальная скорость. Кстати, имеется подсветка, подсветка синего цвета, можно заказать зеленой, подсветка хорошая. Затем средний показатель скорости, таймер, который запускается сразу после начала движения и останавливается в момент остановки. Секундомер. Вот что такое КДД и КДТ, ребята, я так и не понял, не смог найти нигде. Кто знает, просьба мне написать в комментариях, что это такое. В принципе, мне эти функции не нужны. Также калории, жир, температура, как я сказал, и общее время. Как это? И скан. Скан — это сканирование, то есть вы приезжаете, нажали эту кнопку, вот, под велосипедистом загорелся, и он постепенно переключает режимы. Вы можете, не переключая, наблюдать. Ну, то есть, все показатели вашей тренировки. Вот они пошли. Так, как питается он от батарейки CR2032. Сейчас вам покажу, вообще, как он настраивается. Вот такая вот батареечка круглая, 2032. Когда вы закручиваете крышку заднюю, он автоматически, видите, дисплей потух, автоматически дисплей начинает работать. Закрутили. Сильно не перетягивайте, потому что можете сорвать резьбу. Так, плотненько. Первое вот это значение, это вам и нужно ввести из таблицы. Вы смотрите свое значение на покрышках, оно показано. У шоссейников, как у меня, это значение составляет 700C умножить на 23 мм. 23 мм — это толщина покрышки от обода, как я знаю. 700C 20, умножить на 23. Здесь значение 21,05. Вводим.
21 05. Все, ввели. Далее. Далее здесь не видно на моем фотоаппарате. Но я вам так скажу, километраж. КМ либо мили. Нас интересует километр. Затем вес. Вводите свой вес. Ввели. Затем. Это после скольких километров вам будет напоминание о ремонте своего изделия. Ну, то есть о велосипеде. Я ставлю на максимальное значение, потому что он надоедает, начинает моргать здесь. В общем, все. Общее время, как настроить, жмете долго левую кнопку, загорается. Какое у вас время интересует, 24 часа или 12 часов? Ставим 24. Затем, сейчас время у меня 12.15. Вводим 12.15. Все. Велокомпьютер готов к работе. Как его закрепить? Сначала закрепляете эту площадку на вынос, либо на руль. Имеются такие контакты, как у велокомпьютера, так и здесь на площадке. Вставляете боком его и проворачиваете, придерживая вот эту штуку, проворачиваете по часовой стрелке до характерного щелчка. Все, контакты встали на свое место. Проворачиваете вдоль шнура, желательно по окружности тормозов, прикрепляя его скотчем либо изолентой. Затем доводите его по вилке. Смотрите, кто обладатель маунтинбайков, там амортизаторы есть. Смотрите, что сделайте так, закрепите, чтобы амортизатор при работе не закусил провод. Прикрепляйте с помощью хомутиков вот эту штуку. После того, как прикрепили, закрепляете магнитик на спице. Он мне иногда крутится, поэтому вот, кому видно, вот они, дырочки. Обмотайте спицу ниткой, затем закрепите. Она вообще у вас играть не будет никогда. Все, поехали. При движении начинает работать его компьютер. Просматриваем данные. 58 метров. Дистанция 58, 49 километров максимальная, 19,6 средняя. Все работает. Ссылочки на продавца я вам скину, можете поискать подешевле. В принципе, велокомпьютер классный. Батарейки у меня работали все лето и начали только индикатор, кстати, малого заряда батареи здесь начинает моргать. Они начали моргать только тогда, когда начало на улице холодно становиться. Ну, на холоде любые батарейки ведут себя непредсказуемо. Очень много здесь функций, как я уже сказал. Для любого велосипедиста, мне кажется, непрофессионального. Вот такого велокомпьютера поголовно хватит. Со своими вопросами просьба обращаться в комментарии. Ставьте лайки или не ставьте лайки, это ваше право. Но я буду рад, конечно, если вы оцените это видео по достоинству, как считаете нужным. Милости прошу на мой канал. Как буду заказывать, обязательно буду снимать видео, пока руки не доходят. Видео материала много, но вот опубликовать его пока руки не доходят, извините. Всем спасибо за просмотр видео. До свидания.